Лавка на колесах – настоящее спасение для жителей глубинки, где нет магазина. Часто в таких деревнях, как Нахратово, живут 3-4 человека преклонного возраста. Автолавка привезет и продукты, и хозяйственные товары. А еще даже можно заказ сделать. Машина едет удобно очень, потому что 2,5 километра нам до магазина только надо, в один конец идти. Вот, и ассортимент нормальный, и на заказ привозят. Вообще прекрасно. Никуда ходить не надо, прямо к дому. Зимой так вообще замечательно. Появление такого магазина на колесах стало возможным благодаря областному проекту «Автолавка в село». Он реализуется третий год, и за это время услуги нестационарной торговли получили уже 438 удаленных населенных пунктов Нижегородской области. Предпринимателям из областного бюджета выделяются субсидии на компенсацию кредитов в размере 50-60% от суммы займа до 1 миллиона рублей. В 2019 году мы принимали участие в программе «Автолавка в село». Мы приобрели данный автомобиль. На сегодняшний момент мы обслуживаем 16 объектов. Автолавка работает каждый день с понедельника по пятницу. То есть нас не касаются ни праздники, ни погодные условия. То есть мы выезжаем каждый день. Благодаря проекту в этом году появится еще 18 новых автолавок, которые смогут обслужить жителей малонаселенных и труднодоступных сел и деревень. Мария Бурова, Алексей Калякин. Время новостей.